Здравствуйте, мои замечательные. Вот таких два сердечка подарила нам Настенька. Она их связала своими руками. Афина, нельзя играть сердечком. Очень приятно получать подарки. Котейки, конечно, сразу заценили. Я хочу сказать вам, чтобы вы видео досмотрели до конца, потому что в конце я заглянула туда, куда бы мне вообще не следовало совать нос, но там было так красиво, что я просто не удержалась. Так что смотрите видео до конца. Мамочка, скажи Афине, пусть она не трогает мое сердечко. А что, она уже покушается? Да, она уже совсем близко, уже совсем рядом. Я, конечно, люблю ее. Но это мое сердечко. Твое совсем в другом месте. И вообще, мамино сердечко не игрушка.